Итак, всем привет. Сегодня у нас долгожданный сплав на речке. Одна из любимейших, если не самая любимая речка. В прошлом году очень успешно сплавляли, словили щуку. Ну и вообще сплавная рыбалка очень интересная. Так что в этом году это первый, да, сплав? Да. Смотрим. Ну, все равно течение. Была бы здесь ширина 40 метров. Тут бы в гадалки не ходи, по-любому кто-нибудь дожил бы. Ну, как в сказке прям. Ну, он здесь как бы его вроде даже полавливают, я слышал. А он, смотри, слева тоже. Интересно, на снос, если покидать, это вообще актуально? Так, ну у нас первая, похоже, зубастик. Маленький. Ну, схватил прям буквально, кинул под берег, и вот он. Блин, как я давно щуку не держала. Тихо, 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 сейчас мы тебя выпустим. Возьми. Может, сразу отцепить. Ну, если получится. Ух, молодец. Вот она, красавица. Шнурок шнурковский. Блин, какая подача классная была, а? Это надо было чувствовать. Так, ну что у нас тут все? Жить будешь? Конечно, конечно. Так, ну давай. Стартуй. Ну да. Старших позови. Подача вообще очень здравая. Прям таки как бальзам на душу после окуней. И прям, видишь, как она это самое, вот где ты говорил как раз это, как он называется-то, блин. Короче, бровка такая жесткая прям. Между прочим, выстрелился вот такой вот галерок, который уже кусан. Перекусом. Ну вот, вот такое же место, вот как впереди. Причем она не задумывалась как-то, я буквально там два рывка и сразу душу. Что-то там вот плюс у нас трех. Вот такое небольшое озерцо, соединенное с речкой. Вода тут помутнее, но вроде бы интересно должно быть. Посмотрим. Ребятки, прошло уже хрен знает сколько времени. Озеро молчало, ямы все молчат, все молчит. Щуки не видать.
Мы же просто в сплав перешли, в надежде, что где-нибудь что-нибудь. Вообще классное место, блин. Может, и корнемся в серединке. И замедлились так клево. Так, у нас вот такой вот красавец попался. На орбит. Да, орбит старый добрый. Выстрелил. Вообще хороший. Да, но я все равно не буду забирать. Снять еще надо так, что мне... Тройники в пальцы не вогнал. Ушел. Приятно, да, конечно. Но все равно на паузе, кстати. Так, что-то я раз дергал, на бах. Прям в прямом эфире. Ах, сошел. Ну там, блин, детеныш вообще. Глянь, он еще. Он воблер боднул, зацепился. Программа 4. Да ну не. Там смех один. Там селедка, блин, кик. Несчастная. Ну, тем не менее. Это опровергает слова того дядечки, который сказал, что щуки нет. Езжайте домой. Есть. О, прям камера тебя засняла, блядь. Наконец-то. Че сработало? Орбит круто, блядь. Волшебный. Смотри, я тебе на карту подарил. О, даже покрупнее, блядь. Давай сюда. Прикольно будет потом посмотреть. Тихо. Ну это уж прям уж рыба. Почти съедобная. Ну почти. Покажи хоть героя своего. Вот такой вот герой. Это у нас китайский орбит, да? Колхозиный в том плане, что он заглушен. В нем шарик был впереди. Я его заглушил вот этими вот двумя чопиками. Колхоз не колхоз, а работает. Очередной у Димы. Бонус. Добери уж так уж. В глазах, да? Ну, это, конечно, круто. Мелкий совсем. Так, я покажу. Ну, покажи хоть, где будешь отпускать. Так. Ну, ладно. Нормальный такой шнурок. Самый завязывать. Кого-то я там шуганул впереди. Такие пузыри. Блин, такие хорошие тоже два бревна прям. Опа, есть! Есть, прям на запись. Отлично вообще. Не зря ты мне посоветовал. Ну тоже, дитё, блин. Да еще с чем там, что это такое? Листик. Давай, сейчас мы тебя припаркуем. Как мы тебя припаркуем?
вся битая, перебитая, глянь, башка. Нормальные такие у нее боевые отметины. Коряшки, да? А я не знаю, откуда она выскочила. Спокойно, сейчас мы тебя освободим. Аккуратненько. Задуло, да, вообще, глянь, не успеваю подбирать ему шнурок. Что там, мега? Мегабасус? Не, мегабасус, мне кажется, не. Его надо рассмотреть. А так, чтобы на ходу что-то его съесть, это... Не по щучачьи.